Нью-Йорк глазами одесситки Юлии Городецкой. Живой, бурлящий, яркий, вдохновленный самой жизнью. Кусочек Нью-Йорка может купить каждый желающий в интернете или здесь, в музее Шустов. На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди. Благотворительная фотовыставка одесского журналиста и фотографа Юлии Городецкой призвана помочь вынужденным переселенцам из Донбасса. Все деньги собраны передать на помощь переселенцам, которые проживают в маяках. Там 50 деток, вообще 150 человек. Вот для 50 деток хотим сделать сюрприз, подарок такой. Пока что это в тайне, что именно. Мы посмотрим, сколько средств нам удастся собрать. В июне прошлого года Юлия представляла одесситам Нью-Йорк в стенах Одесского музея западного и восточного искусства. Центральной темой выставок стал легендарный Брайтон-Бич. Обе выставки перекликаются и в работах, и в названии. Был вот на ее выставке летом в музее. Вот. Там было фотографий больше. Вот. Мне очень понравилась эта выставка, очень понравилась. Ну вот сами кадры, у них такой вот колорит интересный, такой вот, мне это очень близко. Это не фотографии, это окна. Окна в другой город, в город Нью-Йорк. Тут небоскребы щекочут небо, а тут постоянно желтые такси, тут люди спешат по каким-то своим делам, в каких-то своих невообразимых костюмах. И это все очень сильно вдохновляет. Выставка продлится до 26 апреля. Посмотреть и купить работы можно также на странице Facebook Юлии Городецкой. Павел Репин, Алексей Мураховский, Думская ТВ.